Ну что, вот мы и доехали. Что я могу сказать? Привет-привет, как говорится, как говорят Нарина. Привет-привет, самый большой, маленький город в мире. И смотрите, какой над нашим отелем солнце. Муж взял сумку, а мне так хочется петь. А я иду такая вся в Дольче Габбана. Только он с Луи Виттоном идет. Дольче Габбану оставил. А, нет, там тоже... Какая там... Какая сумка там коричневая у меня лежит в машине? Я даже не помню. Там или Дольче Габбана, или тоже Луи Виттон. По-моему, Луи Виттон, что ли, там тоже вторая коричневая. Welcome. И сразу на казино попали, хотя заходим с центрального входа. Ну что, мы нашли ресепшн, мы заселяемся в отель Atlantis абсолютно бесплатно по нашему приглашению, по офферу. У Виталика пришло приглашение в Рино сюда, в отель. У меня пришло в Caesar Palace, у него пришло в Atlantic. И я говорю, давай в Atlantic заселимся тогда уже. В общем, мы в Рино в отеле Atlantic. Atlantis. Это цепочка, которая на Багамах, в Дубае, это вот именно это и есть цепочка отелей Atlantis. Ну что, мы пошли в номер на заселяться уже. Мы как раз, у нас седьмой, да, этаж у нас? У нас седьмой этаж, и как раз он около ресепшена и у атриума. Вот это называется атриум. $739 нам туда. Ну что, рум-тур по комнате, по нашему номеру. Вот так вот я вам быстренько его покажу, чтобы отдельно его не показывать, рум-тур. И вот здесь такая ванная комната. Кофемашинка, кофе, все есть. И душевая тут. Обычный стандартный номер. У нас номер с видом на бассейн. А, вот там открытый бассейн, и здесь закрытая территория бассейна, видите? Все принадлежности есть, но я взяла с собой. Я взяла и шампунь, и бальзам, я с собой все-все-все взяла. Здесь Виталик уже кофе делает. Мне тоже сделай, пожалуйста. Здесь шкафчик.
Ну, утюг, вешалки, сушилка, как обычно. И дополнительная, как бы, простынь, одеяло. Ну, и здесь тоже вешалки и сушилка, то же самое. Ну, не сушилка, а это для чемодана. Надо попросить у них халаты и тапочки, они приносят. Так, номер, я могу сказать, большой, не маленький. Вообще не маленький, такой просторный, нормальный, хороший номер. В том шкафу здесь холодильник, а здесь сейф. Все есть. Ну, я не знаю, кто сейфом пользуется. Как правило, обычно все с собой носишь, да и все. Ну вот и все. Вот такой у нас номерок. Уютненький. На все 3 дня, на 3 суток. Ну, как обычно, пока у Виталика уже здесь кофе готовилось, что я уже сделала? Я уже разобрала. Я уже навела здесь порядок себе, вытащила косметичку свою. Ну, не все, у меня там еще косметика. Дезодоранты нам взяла. Виталику взяла Лакоста. Серый, старый, за аромат, но самый классный вообще из всех Лакост. Я себе взяла Tom Ford Cherry. Парфюм, это парфюм. Помаду, блеск, тени, все как обычно. Свой фен, свои расчески. Ой, вторую расческу надо достать. Все, заколки и ничего такого, хайлайтер. Все, и ничего такого особенного я больше и не брала. Вот я вам показала, как выглядит вот это вот афер-приглашение. Обычно аферы нам приходят на почту, но так как мы в Рино не были, у нас даже нету вообще у них, как вам сказать, мы не находимся в Рино вообще никаким боком, и здесь не были, не бывали и не бываем вообще, нам, соответственно, прислали афер из цепочки «Атлантис». И вот я вам показала, но закрыла рукой там просто данные, телефоны, ну, такое, номера карт. И они нам сделали приглашение на 3 бесплатных ночи и дали $500 бесплатно поиграть. Вот мы сейчас подошли на Rewards, чтобы нам активировали вот эти бесплатные деньги у них на игру. Тоже видите, яркие ковры здесь, паласы. Такой он яркий отель, прям яркий. И вы знаете, я думала, у него потолки зеркальные. Нет, у него потолки такие коричневые с золотом, как лепестками сделано. И такое ощущение, как будто действительно прям зеркало. Как пещера, как гроты здесь сделано все. Интересно такое, знаете, как вот действительно вот в Атлантисе, как гроты какие-то прям вот. Интересно, это все сделано из бетона и покрашено. Посмотрите, какой бар красивый с единорогами. Очень красиво. Стараюсь снимать, где народу нет, чтобы никого не беспокоить съемками.
другой стороны. Я уже заблудилась. Заблудилась тоже, как и я. Смотри, прям как в пещере. Приятная атмосфера такая, очень даже. Лифты катаются, два лифта вот катаются. Очень такая атмосфера прям уютная. Полиция. Семнадцатый этаж. Все, выше нету. На третьем этаже здесь салон спа и свиминг-пул. Это закрытый бассейн под куполом Атриум. И как раз вот наш номер вот здесь вот. Мы как раз вот, я вам показывала, это вижу. И вот там открытый бассейн. Здесь открытый бассейн, и здесь прям пахнет, как будто баня, да? Баней, вот дровами, баней, прям вот спа-спа вот этой вот, ой, прям, да, хвои и как баня, не пойму, почему баня. Ах, такой аромат приятный. Вот здесь такой небольшой, здесь открытый бассейн и джакузи, вот это теплое. Вот так он небольшой. А вот здесь вот две колонны, это вечером они зажигаются, и здесь прям факелы. Красивая. Sí, es que no hace que esa tomar y vamos una tras otra.